Бенито Скорцени был бескомпромиссно смелым человеком. Правда, закончил свою жизнь осведомителем израильских спецслужб, но это уже другая история. Но от этого он не переставал быть нацистским преступником. Да и Гитлер, кстати, был лично очень смелым человеком. В отличие от этого, Гульфикфюрера не косил от армии. Два железных креста. Да. Воевал и воевал доблестно во время Первой мировой войны. Так что с понятием уважения на стороне тоже как-то стало странно. Тем более, обратите внимание,